Привет. Всем привет. Значит, вот, хочу поделиться. Ну, такие случаи, я думаю, нужно сохранять даже для истории. Значит, одну посылку я делал, видео за 6 дней ко мне пришли радиаторы для... Ну, алюминиевые маленькие радиаторы для IP-камер, кто помнит, если смотрел мое видео. За 6 дней. Тогда, ну, блин, насколько я тоже был удивлен. В этот раз вот заказал видеорегистратор для видеонаблюдения. Значит, вот 14 числа заказывал, время заказа, 1:30, 1:30, не помню, что это реально, я так долго сидел. Так, смотрим. Трек номер, пожалуйста. Вот он. Вот я специально, чтобы долго не затягивать время, вот я его ввел. Трек 24 в отслеживание. Смотрите, в пути 9 дней, отслеживается 10 дней. 9 дней. Ну, блин, по сравнению с тем, что вот буквально ж, ну, творится с этой с новой почтой еще плюс. Там вообще капец, новогодние праздники. По месяцу, по два, по три нет, но два точно ждешь посылки. Смотрите, ну здесь просто, наверное, идеальное, просто случай, идеальный. 14-го заказал, 15-е. Подтверждение отгрузки, 15-е. Электронная регистрация, 15-е. Регистрация, тот же 16-й, второй день, ожидает доставки в почтовое отделение. 16-го, приняты. На почту уже видно отвезли. Прибыла в сортировочный центр. 16-го опять же, это второй день. Покинула. Получены магистральные какие-то. Опять же этот же день, второй. Прибыла в сортировочный. То есть шуруют, ну, со скоростью света. Ну, в общем-то, китайцы там так и шуруют. Покинула международный. Короче, 16-го... 17-го уже отправка. Третий день... Подготовка и вылетела. Обработка, упаковка, экспорт. Все, вылетело. 22-го через сколько? 3, 4, 5. 5 дней. 5 дней летело. Или может там даже может в Киеве там пару дней пролежало где-то, пока дошло до регистрации. И вот уже Киев. Укрпочта взяла. Учиный почт. Пост. То есть почта Китая. И Укрпочта приняла. Пожалуйста. 23-е. Киев. Место международного обмена. День всего пролежало. 23-го. Опять же. Я так понял, за день все проходит растаможку. Нефиг делать. 23-го, 23-го. И 24-го уже у меня в городе. Все. 24-го от центрального отделения на мое отделение. Все готово, я получаю. 10 дней всего. 10 дней, это идеальный вариант, я считаю, вообще классный. Где-то задержки все равно, конечно, были пару деньков. Ну вот, я сам, в общем-то, в шоке. Это просто супер. И вот он, этот рекордсмен. Такая большая вот коробка, посылка. Смотрите, все классно и все быстро. И все целое, по крайней мере, снаружи. Все, готово. Вот, поделился я с вами. Делитесь своими рекордами. Смотрите, вот буквально я жаловался на антирекорд. Новая почта. И, пожалуйста, вот рекорд от Укрпочты и Почты Китая. Все могут и все могут и идеально могут доставлять. На сегодня все. Всем удачи. В следующем видео сделаю распаковку, как положено. Проверим, посмотрим, что за видеорегистратор и все расскажу. Скажу, просто видеорегистратор интересный. Всем пока и до следующих видео.